Сначала провязываем цепочку из воздушных петель нужной нам длины. Затем пропускаем одну петлю воздушной цепочки и в следующую петлю вдеваем крючок и вытягиваем нитку. И далее повторяем то же самое. В следующую петлю заводим крючок, захватываем рабочую нитку и вытаскиваем петлю. И так повторяем до конца ряда. Затем провязываем одну петлю, которая находится с краю, воздушной петлей. И далее закрываем по 2 петли. Провязываем вместе 2 петли, затем набрасываем рабочую нитку и опять провязываем по 2 петли до конца ряда. Далее будем вдевать крючок под переднюю ножку тунисского столбика. Она находится вот здесь. И вдеваем крючок под переднюю ножку второго тунисского столбика, захватываем рабочую ниточку и продеваем петлю. И так поступаем до конца ряда. Далее вязание будет повторяться. Захватываем рабочую нитку и протаскиваем ее через одну последнюю петлю. Далее протаскиваем рабочую нитку через 2 петли. И так вяжем до конца ряда. Так будет выглядеть готовый образец, а с изнаночной стороны он выглядит совсем по-другому. Простой тунисский столбик обозначается в виде палочки, а горизонтальная волнистая черта – это петля обратного ряда. Надеюсь, этот урок был вам полезен. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. А также приглашаю посетить страницу, где находится полный курс уроков тунисского вязания. Там вы найдете все обозначения и подробные видео.